Приветствую вас, уважаемые зрители. Этот ролик мы снимали вместе с Хвичесом Эдашвили в супермаркете «Гудвиль», который расположен на улице Кавторадзе. В принципе, сейчас во время съемки глубокая ночь, половина третьего. Работает торговый объект круглые сутки, поэтому мы с удовольствием туда заглянули после того, как возвращались с одной из ночных съемок. После этого мы еще общались с нашими друзьями, респондентами. И вот на обратном пути заглянули в магазин, чтобы купить что-то на утро. Каждый по своему вкусу и каждый для своего дома. Итак, очень интересное разнообразие сыров. Вообще в Гудвиле прекрасные сыры, и они были представлены даже на фестивале сыра. Ключевой павильон был у компании Гудвиль, которая в Тбилиси представлена несколькими супермаркетами. У них очень интересные цеха готовой продукции, ну и замечательный набор и подбор, ассортимент в смысле вин и других алкогольных напитков, как местного производства, так и завезенных. То же самое я могу сказать о фруктах и овощах. Гудвиль специально всегда заказывает своим контракторам фрукты и овощи, и они всегда отличаются отличным качеством. Но вы видите, что большое разнообразие молочной продукции. На цене каждой позиции не буду акцентировать ваше внимание, потому что в кадре это видно. Вернее, не буду проговаривать. То же самое здесь и с большим и богатым ассортиментом продукции колбасной. Ну и хит, конечно же, Гудвиля – это выпечка, собственная выпечка. Они одними из первых начали приводить соответствие с такими стандартами, очень четкими, свои товары кондитерские. И вот мы очень часто снимали даже вот в кондитерских Гудвиле, которые расположены в районе Дидигоми. Как вы знаете, там был первый этот Гудвиль. Ну и, естественно, очень интересная хлебобулочная продукция. На вопрос, где люди, я думаю, вопрос этот не возникнет, потому что четко я сказал, что снималось это половине третьего ночи. И представьте себе, что посетители в это время были. Это вот вино от Зураба Церетели, которое набирает популярность, и встретить очень такие интересные бутылочки с яркими этикетками можно уже во многих торговых объектах. Ну и кроме Зураба Церетели представлена еще вся палитра грузинских виноделов. Цены разные, от минимальных до более высоких, что соответствует классу вина. Ну и для любителей супердорогих напитков алкогольных, крепких и из-за рубежа тоже есть специальный павильон. Так что ночью здесь все работает.